И вот теперь запись пошла. Отлично. Погнали. Где чипсы? Сорю скинешь. Ага, зачем? Чтобы он тебя удалил из друзей и вообще не играл. Он и так только сегодня к нам. Он и так только сегодня к нам в конфу вернулся. Мы его задолбали Манхана. Я помню, когда Сорю. Короче, была тема. Скинуть Реве игру на стрим, чтобы он научился считать. Да, я помню. И я ему предложил Дракончик Гоша. Он сказал, что он играл в эту игру, и я сучу волшебника. Да. Я заскринил это и типа со мной Сорик общался. Подожди. На своей работе я часто сталкиваюсь с вещами, которые не то что трудно, слушай, порой я так понял, про мою работу говорит. Наш отдел занимается поиском и исследованием. Я тебе говорю! Зачем, спросите вы? Чтобы оградить людей от того, что порой привлекает наш мир из-за границ небытия. Меня отправили в Сибирь для того, чтобы узнать, что тут происходит. Появились слухи, что местное озеро поменяло цвет. Вода в нем выглядит как человеческая кровь. А животные вокруг него начали вести себя очень странно. Лесничий, который первым заметил, нет, ты понимаешь, что понимаешь, это Сибирь. Мне нужно выяснить, что тут пойдут просто посреди ничего, как есть идеально ровная дорога, как и пасутся коровы. Как говорил Зулин и Рева в обзоре, Кирилл не был в Сибири. Блин, ну почему машина летит? Они стебали по поводу... Потому что она заколдована. Маш, это Жигуль. Жигуль не может быть заколдованный. Понимаешь? Нет, ладно, не надо. Стоп, а Фордик из Гарри Поттера? Он, нет, не Жигуль. Жигуль, он заколдованный только когда он заводится. Потому что это же Жигуль. Я как бывший владелец Жигуля говорю, что он типа... Он заколдованный православный. Он не может приехать. Чувак, я думаю, это не Жигуль, это Форд. Я вот уверен, давай загуглим, вот есть такие Форды. Ну, не понимаю, почему он фар не выключил? Он хочет, чтобы у него сгорел аккум. У него просто... И почему? Он настолько затонированный. Он дерзкий очень. Настолько затонированный. И номера нет, прикинь. Ну, точно Сибирь. И фары включены. Может, человек в чёрном? Серьёзно? Самое интересное, здесь есть парковочное место. То есть, смотри, заборчик не просто так же сделан. Да, это карман. Да, это типа карман. И он ещё припарковался, как мудак. Ну... Знаешь, мы в Сибири не были, мы не знаем, как там паркуются. И это очень белые покрытия. Видно, в Сибири очень чистая. Она белая и заниженная, ё-моё. Вот почему она сквозь асфальт шла. Ну, в Сибири очень чистые дороги, короче. Он помыл ее. Прямо здесь, прямо сейчас. Перед кем? Ну, да. В кровавом озере. Блин, это очень... Все, иди вперед. Это очень незачем. Я прибыл на место. Здесь очень туманно. Видимость плохая. Для начала нужно зайти к лестничному. К лесничему. И узнать, почему он не выходит на связь. Окей, погнали. А почему нельзя было сразу к лестничному приехать? Потому что забор. Причем Маш, вот почему. Но она же летает. Это не дало уровень тебе, чтобы летать. Не настолько высоко, явно. Она занята. Так, ребят, по атмосфере. Это очень странный. Ну. Вкус. Ну, честно. Вот честно. Вот в Скайриме такая же хрень есть. Так что не надо к этому придираться. Я очень давно играл в Скайриме. Так что не надо к этому придираться, все нормально. Вот. Ой, смотри, у тебя есть два стула, короче, смотри. На одном пике точёный, а на другом... Озеро. А на другом невидимая стена, явно. Я понял, что лесничий огородил это место специально, чтобы рыбачить здесь. Специально, чтобы никто не залез в эту текстуру, потому что это... Это не текстура, это вода, ты что? Мы же по атмосфере играем. Блин, очень странная вода. Ладно. Откуда падают листья? С деревьев. Они падают с деревьев. С одного? Со всех, вообще с ели. Даже с этой елки. С елки, да. Не прошло 10 минут, как у тебя закончилось место на свободном диске. Я, кстати, не удивлюсь, потому что MP4 он пишет. Очень. А, твою мать, атмосфера! Это кот. Это блюр. Это очень много блюра.
Смотри, блюр везде, кроме курка. Ты понял? Это очень сильный блюр. Просто давление у чувака повысилось резко. Очень одинаковые. Что самое интересное, смотри, он вначале говорит, что он занимается с всякими странными вещами. Точно. Он, видать, ностальгирующего критика не смотрел. Ну, серьезно, всего лишь один кустов? Чувак, у вас... Сорик играет в Warframe прикольно. Это единственное, что играет Сорик. Я заметил по чату Дискорда. О, господи, этот мост. Не мог у меня эти кусты триггерять. Ладно, окей, это было реально страшно. Это было реально отвратительно. Новая запись в дневнике. Что же это было? Меня предупреждали, что некоторые объекты и места могут вызывать галлюцинации. Возможно, это именно такое место. Ясно одно. Что-то тут нечисто. Так нельзя в русском языке ставить дефисы. Да? Если у тебя что-то, то ты не можешь ставить тире. Серьезно? Да. Значит, получается, что-то нечисто. Точка, что-то нечисто. Ну, или я русского запятая, вообще. Запятая. Да, я, короче, русского, возможно, не знаю. У меня три в школе было. Смотри, у тебя текстура увеличивается. Я понял. Это как бы... Он делал просто так вот. Не-н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 е
Видишь? Это как бы вот, как бы вот... А вот это не маг из Хогвартса? Я не знаю, но он умеет летать явно. Это нано-забор. Вот ты в Сколково не работал, а я работал. Вот там такие же заборы. В смысле мосты. А помните бы Яна Джонс? И стал бы Яну тоже, да? Вот смотрите, секс. Ну ладно. О! И явно в Сибири, короче, будет написано на английском. На английском. Кстати, да. Я эту текстуру видел в Killing Floor. А почему? Почему по центру? Ну, потому что это. В Сибири заткнись и пройдите дальше. Это, на самом деле, забор, ну, то, чтобы особо что-то защищать. Ну, а мы попробуем это сделать? Если бы здесь не было невидимой стены, то перелезть не заставило бы особых проблем. Ну, там колючая проволока. А, точно, да. Понимаешь, что даже когда я прыгаю, звук шагов идет. Ты как будто... Знаешь, как прыгаешь? Вот так вот. То есть он как бы... Он одну ногу поднимает, потом опускает и со второй прыгает. То есть как-то вот так вот. Короче, пойдем по скале. Блин, ну ты же не читер, как Зубин, не надо. Твою мать. Собакин от... Собакин? А! Фреймрейт! Не нынешь собак в видеоиграх. Найс, найс. По-моему... Разговор просто ставим, это как есть. Честно, было бы забавно. Кстати, вот помнишь, Зулин все время говорил по поводу Bloodborne? А это тот самый забор? Это разрывать должен? У нас тут бочка! Как это хорошо! Почему Зулина тут не было бочки? А, потому что игра говно. А давай забор перепрыгнем. У него в первый раз была бочка. Давай перепрыгнем забор. Блин, ты видел этот взрыв? Ты видел, как разлетались эти камушки? Ну, давай запихнем слоумо туда, где его не должно быть. Что? Это было не слоумо, это фреймрейт дропнулся. Да? Да. Да? Да. Так, а почему у меня, кстати, пистолет тут приближен? Как? О-о! Началось! Оно начинается, не надо! Как я это сделал? Ты в скалу уперся и сделал это. Сейчас. Давай при каждом скримере, ну, псевдоскримере, мы будем выпивать егермейстера. Да, наливай. Но еще не было скримеров. Ну, надо быть готовым. А почему мы перепрыгиваем через забор, хотя это я там сделал
смотрел у Шусок, как он играет в Сталкер? Нет. Он там перепрыгивал, как Ямакаси. Может, мы тоже Ямакаси? Мы... А как он зовут вообще? Федор. Алексей. Дмитрий. Константин. Пес! Владимир Владимирович. Хренач, не надо так шутить. Чувак, ты стреляешь мимо, ты знаешь, да? Не, я стреляю как раз таки правильно, потому что ты что, забыл? Тут настоящий прицел, правее и выше. Ты просто видео посмотрел, так нечестно играть. Я был готов. А, твою мать, собака! Блин, меня подкинула собака! Черт, собака, отпусти меня! Псина! Блин. Как понять, что ты близок к смерти? Сердце, видишь, красненькое, фигово очень. Типа, его покусали, там, с пидораком заболел парень. Эболой! А почему, имея, ну, собственно, дом, котелок висит над явно бетонными балками? Я думаю, это дрова, а не бетонные балки, чувак. Просто, как бы, смотри, он любит готовить на природе, вот. И убранство внутри этого дома, ну, сражать лучше. Ну, подожди. А, ты помнишь этот леджик? Ооое! Так, патроны. У каждого лесничего должно быть по две пачки патронов. И как мы этот пистолета? Магазин вставим в свой патрон? Почему мы тут все берем, а Зулин не мог брать? Потому что я подготовился. И я знаю, чтобы взять патроны, нужно стоять над ними. Вот что происходит, я не понимаю. А, это... Главное идет... Да. Банк тренируется быстрее. Короче, в чем прикол? Когда вы зайдем в дом и поднимемся наверх, триггернется. Хватит орать, я говорю. Я понял, он хочет, чтобы мы нажрались. Триггернется скрип, по которому удлинится коридор, куда-то мужик пойдет по этому коридору. Тут скрип сломан. А тут скрип сработал, потому что мы прыгнули через. Короче, мы... А, мы очутились на втором этаже, как бы. Да, мы триггернули скрипт. Все, я понял. В скрипт-зоне. Да. Куда он там? Горячо. Он все еще... Хватит. Меня встречай. Сейф. Это очень... Это сейф. Это лост. Это 4, 8, 15, 16, 23, 42, или как там было. Ты запомнил это? Просто... У тебя было очень скучное детство, да? Я просто приходил и перед школой в воскресенье смотрел Lost. Хватит! Блин, орать! Школа была впереди. О! Интересно, вот просто как ничего это. Для атмосферы. Это красная дорожка, типа, знаешь, вот этот вот вешают. Нет. Здравствуйте. А ты можешь попробуй еще застрелить? Попробуй запрыгнуть. Не. Пробуй его спрыгнуть. Это что привязывает свою лошадь, разумеется. Хватит! Что привязывает свою лошадь? Как он туда прыгает, по идее, что лошадь есть там набор. Или прыгнет? Да. Окей. Собаки сломали эту дверь? Эту дверь? Это... Это мусорный пакет. Это мусорный пакет, все нормально. Похож на это. На мошонку. Есть какой-то проектор? О, что ты на меня орать? Почему? Знаешь, как все люди. Барсук? Да. Но если бы это был барсук, то... Ну, кстати, действительно, да. Если это был барсук, наши лица были бы явно... Помнишь, в Хоббите там... Это не барсук. Это определенно не барсук. Да-да-да, я помню, это в лабиринте было в самом начале. Да. Лёха. Тут, видимо, школу, ну, типа, преподавали. Ну, у каждого... А зачем в школе? У каждого лесничего в доме должна быть доска. Это... Я поправлю. Это по хвосту. Я поправлю не лесничего, а лесничного. Нет, правильно, надо же его где-то лестницу проектировать. И если бы я хотел ставить кровать в большой комнате, именно так бы её поставил. Зато он ботинки с ним. Стоп, у него две пары ботинок.
На нем ботинки, и тут ботинки. У меня орет стена уже. У меня все орет. Хватит, пожалуйста. И, блин. Это просто, типа, блин, на окно. Это надо посмотреть, что за этой стеной. Готово. Это очень... Крутое постельное белье. Это очень крутое постельное белье, да. Раскрашенной акварелью, явно. Маша, ну тебе походу. У Black Silver уфует такой же свитер есть. Это такие же прекрасные. Взял предыдущий. Я знаю. Блин. Ты... Блин, это... 46, я сейчас выгружу. Не хочешь. Ты не хочешь это видеть со стороны? Понимаешь, это просто руки, не всякие вот. Не понимаешь, да? Ты только что человек просто пробил рукой пистолетом дырку и... Так, стоп. Смотри, если это игра по CCP, то, возможно, мы обладаем какими-то артефактами из CCP Foundation. Следовательно, мы можем быть суперсильными, суперловкими, и у нас должна быть лошадь. Так, сзади дневники. Я нашел лесничего. Его лицо изуродовано, вот даже не представляю, что могло с ним произойти. Эти собаки. По правилам русского языка, ну хотя тут три точки, да, согласен. Это дневник тут. А, ну да-да-да. Наливай. Да-да-да. Неужели они так... Мне казалось сексуально, но там написано, искусали его. Я заметил кое-что странное на собаках. Какая-то черная субстанция, а морды искажены. Инфекция или объект, который действует на живых существ таким образом. Возможно, в любом случае им нужно быть крайне осторожным. Перезапускать игру, чтобы он перестал на нас орать. Что-то мне подсказывает, что тут есть сохранение, братан, или нет вообще? Да с нас объявили. F5 не работает. F1 F5. Николь из Дэн. Что-то. Стоп. Надо почитать. Стоп, давай почитаем Друкуту. Друкуту доску писал Барт из заставки Симпсонов. Нет, тут написано с... Агари Афайле. Эгейр Фэйл. Окей, Фэйл. Потому что каждый лесничий по имени Василий должен писать на английском. Так, стоп, ты дискриминируешь лесничего? Он может же быть образованным человеком. Вы думаете, эта дверь не остановит, так хрен-то там. Очень узко, кстати, технически я уже с другой стороны двери по-хорошему. Но... Продолжая идею с филологическим экспериментом, а вдруг он единственный выживший? Матрос. И теперь у него навязчивое желание врастать в стены? Слушай, мне... Музыка. Атмосфера. Атмосфера. Атмосфера кончилась. Продолжаем. ФПС. От меня убегает ФПС. Помоги. Есть игрушка, короче. Ёб твою мать. Это То есть, панорамное окно. Мне интересно, а со стороны будет, получается, этот коридор с внешней стороны так же удлиняется? Он невидимый. Нет, он удлиняется как бы... Иди туда! Он, по идее, уже удлиненный же должен быть. Ну я не могу выйти, там же дверь закрыта. А, ну да, блин. Предусмотрел Кирилл, все, а? Вот урод. Блин, мне стена впитывает в себя. Есть игрушка, называется... Я не помню как, но там типа на VHS-кассету все записано. И в нее Блэк играл на своем стриме. Или еще на летсплее. Это очень бюджетный компьютер. Настолько бюджетно, что даже внутренний компьютер. Извини меня, вот честно, вот когда у меня такой компьютер... У тебя тоже такая была такая мышка? У меня у которой кнопки располагаются горизонтально. Смотри, вот первая, вторая. Я думаю... Тупенький, это тень. Ну, явно каждая мышка отбрасывает тень. Блин, меня всосал компьютер. Твою мать! Пусти. Дэн, если придешь, а меня не будет, знай, что ворота у моста установили новые. Ключ оставил тут. А, этого... Почему стало темно? Чувака зовут Тайлер. Дэн, Тайлер, мы в Сибири?
В доме я нашел ключ от ворот, который около моста. Они ведут прямиком к озеру. Видимо, пора отправляться в путь и выяснить, что здесь происходит. А... Он так долго читал просто, он так долго читал записку, что началась ночь, все нормально. О, кто-то решил сделать хавку. Это знаешь, это та еда от бати, когда он ест и такой, ух, бля. А потом шишки ляпают по столам. Да, потом обои отклеиваются. Блин, кстати, смотри, офигенный эффект, смотри, доска пустая. Доска заполнена. Это говно. Это не эффект, это мне кажется, что... Когда ты с выключенным фонариком, это обратная сторона доски, а когда ты с включенным, это это стена. Я не прав. Это... Ладно, я признаю. Ну это очень плохой, это очень плохой фонарик. Он разряжается за 30 секунд. Ну, мало того, что он плохой, где мужик? Он не имеет... Ты налил? Да, он не имеет сферы освещения, то есть ты понимаешь, что ты фонариком... Это у Дамблдора был этот, который свет поглощал. Как и он что, по-твоему, упоролся и включает и выключает его? По-моему, если просто балуется с выключателем. Если это Дамблдор разбудит, то я не удивлена. Ну, да, это правда. Тихо-тихо. Здравствуйте. Дядя Вова, мы с тобой. Блин, там кто-то вейпит. Дядя, ты? Тайлер, это ты вейпишь? Нет, это Тайлер, да. Слушай, а кто такой Дэн? Он появится потом по сюжету? Ну, Дэн, походу, это как раз мы. Ну, потому что, типа, мы приехали, и Лесничий должен выйти на связь. И, типа, вот он... То есть мы постигаем лор игры? Да. Неплохо. Это все продумано. Неплохо. Тайлер, хотя бы на пятки встань. А вдруг мы Тайлер Джордан из бойцовского клуба? Я не смотрю бойцовский клуб. Ну, ты читал? Нет. Ну, короче, как бы... Там главного героя... У него нет рук. Да подожди ты. У главного героя раздвоение личности. И вдруг мы есть Лесничий. Мы Лесничий съедем. Но если мы... То есть это как... Это альтер-эго съедено. Может мы были... О, нет. О, нет, это скример, надо быстро выпить. Да. Блин, застрял. Я очень толстый Дэн. Мужик. Он решил прилечь. Ребят, шутка. Знаете, почему на потолке спать неудобно? Одеяло падает. Смотри, стоп. Это одна дверь. Ну, кто приделал вторую дверь? В тот момент, когда мы спали. Кто-то пришли ремонтники, решили сделать себе похавки и новую дверь. Явно же, да? Откуда появилось кресло с диваном? Не, оно было. Да? Не было. Нет, было. Мне больше интересно, кто мужика приклеил моментом к потолку. Ты смотрел? Вот твою мать. Блин, опять пич. А я не налил. Блин, ладно, вот повезли немножко. Серьезно? Почему я не могу выйти в окно? Потому что ты не ФСБшник. Не, ну просто, то есть, серьезно. Как бы, насколько было сложно сделать так, чтобы... То есть, ну, по сути, почему мы не можем пройти через это окно? Потому что, я так понимаю, физическая модель... Ну, почему мы просвечиваем через... Ну, можем голову через окно просунуть, но ноги... Ну, выйти не можем, потому что физическая модель... Ну, как... Хитбокс, который останавливает персонажа, он находится позади камеры. Нет, я скажу... По сути. И, то есть, это персонаж, у которого ноги находятся... Чувак, жопы. Я скажу больше. Это не ноги. У нас хитбокс шире, чем ты думаешь, потому что мы просто ходячая рука. Ну, да, возможно. А у меня есть немножко другая теория. Если мы действительно Лесничий, и тело Лесничего умерло, а по сути вот это тело, это как бы душа, закрепленная в какой-то предмет. И душа как бы может проходить, а предмет застревает. Ну, слушай, это хорошо углубляет лор. Ты хочешь сказать, что к нам закреплены, допустим, штаны, и мы не можем пройти, потому что штаны застревают в стене? Нет, потому что мы привязаны к этому месту, мы же типа дух. Но мы все еще можем сделать вот так. Да, но только... И провалиться... Кстати, а ты пустишь, что этот же ящик был раньше снаружи? Это не ящик, это походу вход. Это был люк, это был реально люк, но только этот люк был снаружи.
То есть Кирилл, когда создавал игру, он все, что надо было ему, подгружал на уровень. То есть, возможно, мы встретим те хрени, к которым надо привязывать лошадь. И там будет лошадь? Блин, это очень... Стремно? Ну, то есть, ну, посмотри, я просто поворачиваю камеру и головой пробиваю стену. Вот ты сделал игру? Нет, а Кирилл сделал. И почему в подвале? Ну это было не стрёмно, мы ждем голову. Ладно, ладно. А ты настолько не знаешь, что сейчас произойдет. А зачем ты? Он кончается. Это женщина или мужчина? Так вот как эта голова выглядит, твою мать! Это не просто голова, это целиком тело, ты понимаешь? То есть это тело, которое увеличено. Оно настолько огромное! Слушай, а вдруг это тот зомбак? Вдруг это тот зомбак, которого надо убивать в следующем уровне? Ты понимаешь? То есть ты понимаешь, они даже голову не смогли отделить от модели. То есть у него даже одного ботинка нет. Так, я знаю, это именно вот этот чувак, он был в ботинках мертвый. А рядом с кроватью лежали ботинки. Это его ботинки. Это его ботинки. А почему не хватает ботинка одного, а там лежало два? То есть у него три ноги читать? Да. Ну, у него одна рука еще, понимаешь? А, поняла. Он стоп. И он, получается, шахтер. Потому что у него фонарик налобный. Нет, то есть, ну насколько было сложно... Отделить от физической модели голову? Это, честно, это что-то на уровне Скайрима, Фоллаута, когда в одном DLC ввели поезда, но физический движок не позволял использовать поезда. И они что сделали? Они просто взяли и создали шлем размером с поезд, натянули на него на NPC и заставили его с увеличенной скоростью бегать по текстурами. Ёп твою мать. Ты не знал этот прикол? То есть это вот на этом же уровне. Стоп, а в каком Fallout'е? Блин, по-моему, в третьем. Или в третьем, или в Нью-Вегас, я не помню, в каком. Значит, по-моему, в третьем. Значит, Кирилл это взял у Bethesda. Да. Значит, это может... Да, нет, кстати, если это в третьем, то у Bethesda. Если в Нью-Вегас, то это у Obsidian. У Obsidian, да. Не, ну музыка... Я могу создать сэмпл ну, ты Fruity Loops, да. Блин, на самом деле, я хочу триггернуть это и посмотреть, как это будет выглядеть снаружи. Это невозможно. Да. А можешь, короче, ну, нет, кстати, можно. Может, мы триггернем и... Давай, иди еще. Иди. Блин, сейчас подожди, у меня фонарик зарядится. Сейчас на вас нападет Титаник. Смотри, это Титан из аниме «Атака Титанов». Это стопудово он. Знаешь, даже эта херня выглядит страшнее, чем Титан из «Атаки Титанов». Знаешь, я посмотрел две серии «Атаки Титанов». Это самое уебищное аниме, которое я только смотрел. Ну, я потом там... Чувак, ты... Пока, чувак, стой. Блин, он еще и там еще мозг. Он еще там прокатывается, там же комната, в которую можно попасть. То есть, если мы быстро пробежим туда, можем видеть, как он и там прокатывается. Да, интересно, тебе запись еще снимает, потому да, что да, это круто. Да, снимается. Я вижу, да, потому что это просто офигенно. На самом деле, мне сейчас охота загрузиться и попробовать это говно. Как загрузиться, мы не сохранялись. Блин, а здесь очень можно сохраниться. Чувак, я не рискул, я не хочу сначала играть в это. Блин, я сделал снайпшот. Ну ладно, ладно, ладно. Когда он запись идет. Что это за газета, которая постоянно разбросана? Ну это стандарт. Это газета «Правда». Это сибирская газета. Отлично. А что написано? Выходите же неделю по воскресеньям. Телеграмма с твердым знаком. Подожди, вон там внизу. Телеграмма. Смотри, телеграмма сибирской газеты. Санкт-Петербург. Да, выше подними. Санкт-Петербург, 26 февраля. Блин. А, фонарик сел. Сейчас зарядится, можешь почитать. Начнется СПГС, а вдруг мы сейчас найдем инфу, которую можно загуглить? А вдруг Гугл это... при мне. Почему эта газета в заголовке твердый знак? Почему? Потому что год в Сибири до сих пор год в царе. 1 марта это газета 1881 года. Понимаешь, тут либо в 881 году уже были «Жигуля» и «Береты». Либо это подземелье это... настолько древнее, что еще царь их видел. Да. А либо что? Кто-то хранит старые газеты. И читает. Помните теорию, по которой, короче, Александр I не умер, а свалил в Сибирь?
Так вот, а что если он обратился в зомби и прожил здесь? И вбился в пол явно, да? Тайлер, это и есть Александр Первый? Ладно, как хватит. Кстати, Лёх, развернись, пожалуйста. Это метро, которое вело и... Вот именно вот такая стена есть в игре... Такой текстурами, что ли? Ну вот именно такой формы. Machine for Pigs. Это что? Это амнезия. Да-да-да. Вот. Там это есть. Кстати, в принципе, как психологическая драма... Да. Да это бензин. Это больше 81. 1881 года, да. Да, им уже почти 200 лет. Ну, ладно, 150. Не, ребят, 130. Вы, может быть, лесничий тут что-то хранил. И тут самогон. Поколение лесничих. Смотри на это говно. Это видно его. О, еще одна голова, еще активируй еще одну башку. Не могу. Я фонарь садится. Не, вот это точно, Маш, на тебя похож. Он даже такой же лысый. Ну хватит так прикалываться, это же... Я поговорил, человек про Плешина. Это же очень грубый юмор. Давайте лучше почитаем газету. Вот это газета правда. Ну-ка, правда. Блин, я не могу, она... Меня газета не дает газета встать. О, патроны. Блин, фонарик, работай со мной. Можно включить скрипт бесконечно Это какой движок? Кирилловский. Я не думаю, если на этом же движке сделан 60 километров. Ну, чувак, я думаю, вряд ли он сделал движок с нуля. Забрал откуда-то текстуры. Это Unity, по-моему. Если сравнить, что можно сделать с Unity сейчас и что делают, то это просто небо и земля какая-то. Кстати, я соврал. 60 километров сделан на другом движке. Потому что я помню, играл в... 60-й километр? Нет, визуальная новелла, как она называлась? Beach Trainer. Во, это порно-визуальная новелла, и там был такой же движок, как в 60-й километр. Слишком много вопросов, слишком много ответов. Beach Trainer, порно-визуальная новелла? Про Академию ведьм? Джин Пап из Аладдина попал... Случайно в ходе экспериментов тело Дамблдора и решил совратить Гермиону, чтобы помочь Снейпу. Я надеюсь, запись идет, и это услышат твои друзья из клана. Как будто что-то плохое. Блин, дайте мне газету правду почитать. Самое интересное, это когда Реван начал шутить про пениса и говорить, что это из-за вас он такой стал. Блин, Лёх, у меня так башка не поворачивается, ты можешь развернуть эту тушу? Нет, он не может, потому что управление, ты просто не представляешь, как это все управляется. Да, это очень плохо. Так, Сибирская газета... Это мы читали. Да. Мне интересно почитать газету «Правда», подождите, блин, она слишком... Вдруг там «Правда», вдруг о выборах. Фотографии? Вдруг там стоп! Путин. Это Путин. Нет, я не соврал, это не Путин, это... Да стоп, подожди, от редактора... От редакции. 12-й год. То есть тут рядом лежат газеты за 881 год. И газета «Правда» за 2012. А игра вышла в каком? Да я что знаю, что ли. Что если, по сути, это пятна времени? В каком-то. И причем даже за... «Правда танкиста». Даже 2012 год, смотри, как цена написана. Ребята, это не просто «Правда», это «Правда танкиста». Понимаешь, это... Газета, это газета, цена за 2 рубля стоит? Она стоит 2 рубля? Подожди, а если, смотри, если это тоже 1 марта, то получается, что петля времени зациклена на определенный цикл. Стоп, подожди. Даже не думаю о петле времени. Подожди. Подождите. Гарик, надо Жишку заполнить, чувак. Да, да. Где Жишка? Это вон, стоит. Левые 4 все. А вот это что такое? Это... Фанта вкусная. Это как его, блин? Это грейпфрут. Был бы женщиной. То есть это не просто газета за 8 июля 2012 года. 8 июля 2012 года вышел первый номер этой газеты. То есть это либо первый номер газеты «Правда» танкиста, либо... Либо «Правда», это «Правда танкиста». Ну, то есть это либо... Да, это первый номер «Правда танкиста». Вдруг она связана с World of Tanks? Она в 2012 году вышла в World of Tanks, по-моему, раньше. Так, гуглим, в каком году вышла World of Tanks? Это мой телефон. О, у меня телефон рядом лежит, а я говорю, блин. От 1 июня 2012 года вступают в силу летние каникулы. Касательно... настоятельно не рекомендуется играть одному в рандоме.
Это про Волдекс. Это про Волдекс. Это про Волдекс. 12 августа 2010 года. Это точно про Волдекс. Кирилл любит танки, значит. Настоятельно не рекомендуется оставлять детей одних дома. Да. И то я даже есть аниме про это. Да, я даже смотрел его вот две серии. Настоятельно не интересно. Рекомендуется оставлять детей одних дома. Будьте бдительны, товарищи. В этой газете только правда, ничего кроме правды. Здесь вас ждет полезная информация, свежие новости, комсомольские сплетни за 2012 год. Вот, включи свет, пожалуйста, мне нужно заполнить жичку. Все, не надо. Лех, что куда? Здесь. А, блин, точнее, вообще забыл. Короче, смотри. Давай, делай это ты профессионал по заполнению жидкостями из продолговатых что предметов. Что сделал, блин, надо откручиваться. Неодушевленные объекты, да? Блядь. Ёбаный технический перерыв. Что я, блядь, делал? Запихни на место, блин. Смотри, это двойная безопасность. Дабл секс. Не дабл секс, а да, двойная да, безопасность. Да, дабл пенетрейш. Дабл пипи. А ты знаешь, что такое пенетрация? Вот я на работе измеряю глубину пенетрации. Пробитие. Проникновение. Есть пробитие. Это отсылка к World of Tanks. Твою мать, Кирилл, блин. На каких уровнях здесь, блин? Тут лор на уровнях просто космических. То есть, просто благодаря всему этому... Вы будете первые, кто узнает всю завесу тайны. Будьте с нами, миру, мир, товарищи. Главный редактор В. Суровый. С. Суровый. А вдруг... Товарищи, свершилось в обновлении 0.8.0. Будет введена физика. Да, это про World of Tanks. Теперь после тяжелого рабочего дня будет... посладить вражин с обрывов. Это не чудо кровавое. Искренне ваши разработчики. Это про World of Tanks. Это тихо, я гуглю В. Суровый. И я абсолютно уверен, С. Суровый. Я абсолютно уверен. Блин, да. Лёх, ты же сказал В. Суровый. С. Я абсолютно уверен, что это либо фотка одного из разработчиков World of Tanks, либо это Кирилл. Так, ладно, пора сваливать. Google нашел только суровый код Бу-Бу-Бу. Мультик. Я думаю, это и есть разработчик World of Tanks. Так, мы отсюда пришли. Да. А, стоп. Эдуард Суровый, нет, не то. Нам сюда, все, Маш, забей. Все, забей, все, мы продумываем лор. То есть, Лесничий играл в World of Tanks. Да. И читал газету «Правда танкиста». И читал газету «Правда танкиста». Все. Блин, это настолько deep lore. Да, это deep lore точно. Я все еще не понимаю, куда нам идти. Ты прошел сквозь трубу. Это нормально. А, Я не прошел. Ты не прошел, да. Это руки... Я понял, у нас камера... Я понял. У нас как бы камера на груди. И мы как бы руки за это суем, как бы вот руки. И короче, это говно, это ужасно. Так. Как ты сюда оказался, мы здесь не были. Я не понятен. Слушай, а вот... А, я понял, куда нам надо. Встречные коридоры меняются. Нет, Кирилл в такое не может. Бегущий в лабиринте. Кирилл там в такое не может. Это Кирилл. Зади. Это русский гринлайт. Ты не знаешь, что это, но ты не хочешь знать, что это. Русский гринлайт — это когда ты платишь за секс сифозным человеком. И знаешь, что она сифозная. Да. Нам все-таки... Что это такое? А там внизу какой-то кусочек. Это камень. Да, ну ладно. По-моему, а вдруг он лорный? Сюда. Да. То есть, видишь, это было про... Стоп, это было продумано. 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 Да, я хочу в туалет. Это не просто какая-то... Мы встретили фигню для привязывания лошади. Ты опять в доме. Блин. Возможно, так не должно... Да, скорее всего, так не должно быть. Ну, то есть в лоре... Короче, я понял. Мы поставили эту дверь. Ты чихаешь такой силой, что пробиваешь дверь, и это твоя кровь, короче. Не, я понял. То есть в лоре официально прописано, что пока мы читали записку Лесничего... Я могу сесть в костер и сгореть. Тихо, блин. Что пока мы читали... Здесь варится абсолютно ни хрена. Нет, я бы попросил. Смотри. Это тот борщ, который батя жарит. Может быть. Но мы видим как бы что-то черное. Это та жижа, которая на собаках. Возможно, но я... Тут написано, смотри.
Где? Блин, у меня родилась история. Стоп. Нельзя. Короче, рассказываю историю. Мы с батей делали грузило для донки. А, то есть это свинец. Это свинец. Чувак, а что мы встретили в самом начале? Огороженное место для рыбалки. То есть лесничий любит рыбачить и делает тут грузило. Все понятно. Но он же был мертвый. Его убили в тот момент, когда он начал плавить свинец. А мы сможем триггернуть, чтобы на меня дом опять орал? Не надо. Да ладно. Не надо. Пожалуйста, нам придется пить, а у нас уже полбутылки. А это только начало дня. Да! А, я просто не могу запрыгнуть сюда. Да, это правильно. А то бы я бы ее убил. Я только пропылесосил свою плойку. Сам? Да, сам. И что, работает? Ну, я почти прошел персону второй раз. А, неплохо. Ну, то есть я наиграл... Ты в Ладбор поиграл! А это мы их поубивали. Да? Это очень странные кирпичи. Ну, то есть, как бы, почему бы мне не разнести стенку именно по кирпичику? Зачем именно вот... Смотри, по два кирпича... Я как строитель хочу сказать, что... Первое. Возможно, это просто текстура натянутая да. на этот. Ну, второе. Это не с игровой версии текстура, натянутая на сет физически. Это... Типа обои, которые натянуты на блоки. Да, только не обои. Это вот на заводе делают такие блоки, и чтобы придать им панели, фэшн, то есть их приклеивают к... Не приклеивают, его видно, может, долотом какие-нибудь выбивают. Не, почему? Можно это приклеить на строительный клей. Ну, кстати, да. Там... Кстати, вон у меня свойство бетон. Да. Так что я думаю, Кирилл знает строительство. Он, правда, не умеет играть. На меня кто-то орал. Твою мать! Отстреливайся, хотя... Я не хочу жить. А, мы спаслись? Это... О! Мистер Собаки. Я думал, в этот момент у меня сгорит видеокарта, честно говоря. А помнишь, в Зачарованных демоны пускали шары такие крутые из рук? Нет, я не смотрел Зачарованных. Ты что, охуел? Впереди летают странные летающие сферы. Я про это все знаю. Забей. В смысле, я хотел прочитать прикольным голосом, а ты все это... Хровь. Или... Ну, от собаки, скорее всего. Не на... Ну, эти шутки, это знаешь, как шутки про хорнатян, которые раз в месяц дают дань богу Хорна. Я не знаю таких. Ну, а, хорнатян. Я понял. Кровь богу крови раз в месяц, я понял. Хитян. Типа... Я понял. Твою мать, сферка. Нет. Как сохранить игру? Вот эта летающая сфера убила псину. Ты, возможно, хочешь убить кошку. Не надо кошку трогать. Не надо кошку трогать, ребят. Она может кушать хочет? Она хочет получить по усам. Да! Ты пошел, что-то пропустил, ты пропустила вот это. Ну, типа она покрывает собаку. Да. То есть. Это не порода такая? Это доберманы. Да, это доберманы. Кстати, когда мы были с той стороны забора, вот этого маленького заборчика не было. Ну. Его построили собаки? Здесь ходят. А может стерки? Ребят, новая теория. А может быть, Тайлер? Призрак плотника. Нет. Смотрел ли фильм «Батарейки в комплект не ходят» про маленькие летающие тарелки? Который, ну короче, вот если ты отправишь это видео, и люди, которые засмотрят его и смотрели «Батарейки в комплект не входят», они поймут, кто построил этот забор. Это типа без спойлеров? Ну, прикольный фильм из 80-х. «Батарейки в комплект не входят». Я советую, реально. Это на уровне клика что-то? Че? Что-то на уровне клика? Нет, это на уровне этого, бабла попрыгуна или как его... Флаггера попрыгунчика. Твою мать. Да, но это на который таком... с этим. Догадайтесь, почему я не иду дальше. Потому что этот блоки, это блок. Потому что это невидимая стена. Ну, я хоть. Нет. Да. Это невидимая стена. Стоп. Давайте мыслить разумно. Мы находимся в CCP зоне. Это очень тяжелые молекулы воздуха. Очень плотные. Не, ну на самом деле не то, что я хотел... А вдруг мы попали под действие озера, и это все в нашей голове, и... А
Это ран, ран. Так как... Для этого еще рано, мы еще до озера не дошли. Но на самом деле я не то, чтобы хочу... Ты читал вообще про сей цепи? Да, да, читал. Там радиус 30 километров. В влиянии, все животные... А знаешь, где еще радиус 30 километров? В зоне отчуждения, в Чернобыле. Да не, я даже не буду сравнивать. Я когда... Чернобыль не в Сибири, Чернобыль на Украине. Да ладно! Да, я смотрел Человека-паука 90-х, там Чернобыль был в России, ты мне врешь. Чего, сэр? В то время, когда выходил человек... А, блин, он развалился, сука, Горбачев, блядь. Ну, кстати, ну, не то, чтобы я особо хотел туда идти, потому что там ничего нет. Там текстура травы. Ну, здесь тоже есть текстура вот, травы. А здесь есть забор. А там его нет. Я не знаю, помните ли вы раньше, во втором Симсе, там можно было создать... Я не играл во второй Симс. Там можно это называется SimCity. Натыкать всяких эти. Это называется SimCity, Маш. Мне кажется, это просто давали Sims. Ну здесь нет забора, но есть все еще невидимая стена. А почему здесь Sims вообще и создание своего города? Причем? Стоп! Я вспомнила, что есть вышка, есть вышка, есть вышка. Я туда и хочу. Давайте... Я не хочу встретиться с этой светой. Давайте зайдем в Google картах в лесах Сибири такую же вышку и определим, где находится Красное озеро, потому что в SimCity Foundation место, где находится Красное озеро, засекречено. Вообще в СЦП написано, что Красное озеро хоть в Канаде. So close! Что-то мне подсказывает, что мы здесь не должны быть. Можно мне хлебец? Куда мне идти? То есть я все, что ожидал от этой игры, все что угодно, но никуда мне идти нахрен фактор. А. Видимо, возможно, пещеру. Это очень приятный звук. Где-то видно пролетает Санта-Клаус. Знаешь, откуда этот звук? Нет. Это когда у тебя манна закончилась в Занзарахе. Да, на озере, когда ты входишь в озеро. Да. Да. А это кошка. Летающий кошка-призрак. Призрак тварь. Очень большая летающая кошка-призрак. То есть мы вначале видели призрак кошки? Да. То есть, типа, мы раньше увидели вторых врагов, чем первых. Ну, это, типа, был бу-момент, скример. Мне больше интересно, почему на протяжении всего нашего пути мы встречаем лужи... Кстати, это довольно-таки большая кошка, ты просто посмотри на нее, да. Это какой-то сибирский манул. Шутки брать. Смотри. Хорнтян. Кошка-то а этот, как его? Зайчик. Уже хорошо? Не, как порода называется? Да, клево. Зайчик. Так вот, эта тварь, размером вот эту тварь. Я могу сказать, уже хорошо, ты стреляешь лучше, чем Зулин, как бы. Ну, я понял, где находится прикрестие благодаря Зулину. Все смотрите Зулину. Да, Зулин молодец. Я хотел иметь детей Зулина. Ну, ты не можешь. Никто не знает, кто я. Я знаю, кто ты. Ты явно не женщина. Просто не видел меня в кровати, у тебя 0 патронов, перезарядись, уебан. У меня 10 патронов. Да, ну вот. Докоснулась. О нет, мне откусили. Кстати, ты помнишь что-то? Блин, на самом деле ой, это клевый. ФПС мест. Я уже в жопу. ФПС местный ФПС работает как-то очень странно и мне немножко подташивает на самом деле. Ну потому что не оптимизирован код, что такое из-за этого. Из-за этого я могу делать вот так. О, смотри, а здесь работает, я здесь не пробиваю стены головой. Ну, потому что, скорее всего, эта пещера находится в коробке. И еще, возможно, потому что уровень перезагрузился, игра теперь заработала как надо. Мне кажется, не надо идти к сфере. Нет, нам надо. Поэтому я пойду направо. Какие маневры, а? Слушай, эта локация похожа на локацию из Зова Припяти. Похоже на Анну. Где, нет, а где ты помнишь, к снорком да. Заглянул? Это очень сильнее. Еще похоже синее. На уровень Изалисы. Это куст, который говорил с Моисеем. Пристрели эту тварь! Он сейчас заставит снимать мне мои ботинки. Я все понял. Газета «Правда». Не, неправда. Вот правда танкисты. Не, до этого что было? Сибирская газета. Сибирская газета. Цари. Цари-христиане. Романовы.
Я все понял. Горящий куст. Я все понял. Горящий куст, я куст, все понял. Куст, который не горит, но он горящий. Это религиозная игра. Это пропаганда, короче, религии. Поэтому кажется. Я сейчас буду его тебе бегать. Ты тебя бегаешь куст. Я тебя говорю, божественный куст. Да. Теперь я попаду в ад. Возможно. Замечательно. Я не себе бегу в ту сторону. Вообще, надеюсь, что... Вообще, по идее, нам надо где сфера. Сферы равно, где враги, там надо идти. Вообще, возможно, да, это была пасхалочка. Но если сферы... К чему, к Иисусу? Не знаю, к чему-нибудь. Кстати, в Скайриме есть такое же дерево в центре. Я слышу звуши из Занзарах. Это кот. Местный кот. А что если кот из Занзарах? Стоп, этот звук еще знаешь где? Стоп, новая запись в дневнике. Ну, подожди, меня же будут жрать. Возможно. Нет? Ну давай. Кажется, впереди очень много этих кошек, и они бегут сюда. Если я заберусь повыше и пережду, пока сфера забьется с ними, говно какое-то, это, короче. Тактон. Понимаешь? Тактон? Это тактон. То есть я сейчас вот так вот залезу сюда, и будет как... Нихуя себе! Это похоже! Это знаешь, на что похоже? Не смотри на это говно! Это... Смотри на это дерьмо! Это не тактон! Стоп, Кирилл спиздил тактику у Джуси Джу из Пенумбры. Забрался на ящик и пиздит киркой собаку. Но тут у меня нет кирки, я не на ящике. И, ну то есть Кирилл ворует... И бью твою мать. Собаки! Сферка, ты что-то херово работаешь, короче. Блин, все здесь... патроны потратишь, дружабан, не подожди, надо. Подожди, а мне кажется, они бегут вниз. Они бегут они просто бегут через текстуру. Все, да. Все нормально, все нормально, все нормально, ребята. Сферка работает херово, короче. Сферка, ну, потому что сферка не голосует за Кучина. Да говно сферка. Не надо прийти шуток своим компьютером. Я все еще хочу, чтобы он у меня остался. А я был не в чекане. Ну я же ничего не репостил. Черный враг. У меня осталось, по улицам Москвы. У меня осталось всего 28 патронов. Твою мать! А, я понял, что это. Это типа как вы в этом. Надо узнать. Беги. Что? А почему мы бежим от них? Ну, потому что я не хочу это шутка про кхорнтян. Я не хочу бежать навстречу шутки про кхорнтян. Харнадский тян преследует тебя, беги. Тебе еще в верминтайт играть, а тут харнадский тян. Беги быстрее! Верминтайте эти были. А, там норглиты, ну, да. Стоп, там норглиты и ксаркины? Кстати, а я думал, это боги в верминтайте другие. Такие же, это одна и та же вселенная. Это разные вселенные? Ну, это Warhammer Fantasy Battles и Warhammer 40 000. Разные вселенные, но боги и физические явления там одинаковые. И магия там одинаковая. И бог-император. Это Сигмар. Ну да. Ну, но только это не император. Ну это другой бог, ну, император. Нет, это направо, не другой налево, бог. Направо, налево. Ты любишь ходить налево. Есть, не знаешь, что идти и налево. Ну смотри, Сигмар... А почему это русского рода? Потому что вот... Кстати, это был скример, но надо... А, да, надо дернуть, но сейчас ты это... Этот... Синий куст, спаси меня! Зигмар, по идее, является олицетворением императора, потому что рыцари Зигмара — это типа примарисы из новой редакции. Либо игра умерла, либо... Либо грузится новый уровень. Новая запись в дневнике. Меня спас синий куст. Стоп, запись в дневнике, а потом выпиваем. Наконец-то выбрался из пещеры. Половина пути до озера уже пройдена. Осталось немного. У него GPS работает. А в какую сторону я выбрался из пещеры? Стоп. Или. Дорога к озеру лежит через пещеру, или у него охеренная GPS-карта. Или лесничий сказал ему, что чтобы пройти к озеру, нужно пройти сквозь пещеру. Но лесничий был мертвый. Других, ну, видимо, в телефонном разговоре. Потому что других видимых... А у него наберете череп выгравирован на рукоятке. А знаешь почему? Больше похоже на... Нет, больше похоже на... Нет, это просто три круга. Он комиссар. Комиссар из Имперской гвардии. Ты налил? Я налил. Это тебя оставить? Да. Смотри, отлично. Комиссар Имперской гвардии. Ты не знаешь, о чем Романовы. Мы говорим. Романовы. Я знаю, что значит комиссар, я знаю, что значит Имперской. 2-2 сложить траву. Нет, Маша, Имперская гвардия, мы не про гвардию Солнцеликова говорим. Это мы говорим про гвардию великого императора.
не России, и другого императора. А он грек был, да? Он был турок. Турок, точно. Кстати, у турка были... Там летает... Ну, по идее, что никто это не... Что, подожди, ты видел это? Что? Что, текстуры подгружаются? На самом деле, на скалу, на лужу... Смотри на это. На лужу. Знаешь, на что это похоже? Знаешь, на что это похоже? Это похоже на... В Рейдже подобной, по-моему, фигня была. Я не знаю, в Рейдже, не в Рейдже, но я как-то купил в 6 классе игру, называется «Мортир». Про фашистов, где был Гитлер-робот. А это, ну, смотри, домик на дереве. Всегда мечтал домик на дереве. Это напоминает... Слушай! Это автомат для продажи? Что написано? Взаимодействовать кнопка У? Я включу свет. Нормас. Лёх, знаешь, что мы... Ты сможешь подать? Ты понимаешь, что светит столб... Я даже не знаю, столбы, а не фонарь, да. Свет. Нет, нет. Здесь даже не столбы светят, здесь просто шар света. Подожди, а светит вот эта штука, вот эта коробка светит? Нет, это не она светит. Есть просто вот шар света, вот так вот. И то это не шар как бы света, который светит, а это просто свет, который попадает от чего-то. То есть здесь просто вставлен шар света. Нет, да-да-да. Свет идет от коробки. Не-не-не-не-не. Тут нет объекта, который дает свет. Да, тут здесь просто свет. Свет, да. Да. Блин, опять застрял. Я могу? Мы, мы забыли про игру, в которую играли на Новый год. Бухаем вместе с этим. А, с Бласковичем? С Вольфенштайн, да, за Бласковичем. Ну, блин, мы же тогда чуть не спились, когда я на гранте сохранился. Зато я босса убил, блядь. Ну, с первого раза. Да. Оп, летающая трава. Все любят летающую траву. Блин, подобную херню я видел в Сталкер Онлайн. Подобную херню я видел в... А Сталкер Онлайн — это отдельно отвратительная херня, на самом подобную деле. Подобную фигню я видел в Приальфе Морровинда, блять. Ты играл в Приальфе Морровинда? Ну, я ее скачал. Зачем? Ну, чтобы посмотреть, как шагнула графика с 2001 до 2003. Поэтому сказал Приальфе Морровинда. Да. Ты... Долбоёб. Я не знаю, зачем. Ты очень странно. Я слезем на гору. Я не могу, потому что невидимая стена. Ну, вообще, честно, мне кажется, что это не Приальфа Морровинда, а просто... Криво поставленный графический мод? Ну, возможно, нет, потому что... Нет, смотри, кстати, это реально шар света. Это просто... Это просто шар... Это, ну, это как бы... Вот, по идее, вот если свет бьет сюда, он должен быть находиться где-то вот там. То есть вот видишь, нет, а это идет рассеивание. Нет, он должен, как он рассеивается, он должен находиться где-то вон там, потому что... Вот, а, да, он сюда попадает. Да. Но это все еще нет, не от того, что этот фонарь не горит, хотя мы его включили, по идее. Да. А что если есть инопланетянин? Фонарь? Нет, свет дают. О! Ну, здравствуйте. Дед Кузьмич? Это чувак с членом и спину. Может, это Тайлер? Это чувак с членом и спину. Самое главное в моей работе – это непредсказуемость. Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Я и раньше встречался с существами и местами, которые вызывают галлюцинации. Разница лишь в том, что сейчас люди из фонда мне не помогут. А значит, бороться с кошмарами придется самому. Слышат такой голос озвучки? Кажется, что любой может озвучить. Кстати, у нас прогрузились бочки. Да. У нас прогрузились бочки. Именно поэтому, когда я столкнусь с невероятным, я справляюсь всем один на один. Вот это, по-моему, арена с электром вибрации в 15 зоне. Да. Ну что, джампазл? Я уже говорил, что я обожаю джампазл. Ты же в Destiny самый крутой джамп-пазл из всех. Здесь нельзя. Пиздать. Это... Башенка из Варкрафта! Нет, это ладья. Ну да, это ладья, это типа шахмат. А если там находится... Нет, это... А да. Нет. Блин, это подсказка, или в середине находится? Ну, уже об этом говорил, да, она вообще не посередине, да.
Да, то есть даже относительно настоящего прицела, она вообще в стороне находится. И знаешь, что я тебе хочу сказать? В принципе, музон нормальный. А знаешь, что хочу сказать? У нас нет бочки. У нас нет бочки. Ну что? Не, ну, вот вы послушайте музыку. В принципе, это легко. Это, в принципе, легко сделать. Я даже знаю, как это сделать. Боже мой, это в Fruity Loops просто, ну, это изи. Но сделано с определенным вкусом. И я хочу сказать, что музыка это, в принципе, самое лучшее, что есть в этом говне, ты прыгнул прямо на сферу. Я думаю, я на ту балку посмотрел. Ты первый раз прыгнул на балку и провалился. Что ты ожидал? Я подумал, что, возможно, я просто камеру включил, я на самом деле не взлетел. Ты просто работал один. И поэтому... Ну, теория про то, что игра сломалась окончательно и просто закрытая, это все еще может работать на самом деле. Так, а где тут бочка, по идее, должна быть? А, вот. У меня тут не было звука. Да. Блин, да, послушай музыку. Музыка, вот, музыка неплохая. Ну, а это нормальный эмбиент. Ну, как минимум, пока Second Bay появится. Я вообще не знаю, что это Second Bay. Это группа. Русский рок, русский рок. Да, ты на стриме не присутствовал, что да, Кирилл рассказывал. Он создал свою социальную сеть. Я понял. Вот, честно, инфо. Стрим с Кириллом, это типа, а в какие любишь ты игры играть? Я люблю играть в игры. А какие ты в игры любишь играть? Я люблю играть в игры. Ну там стрелялки, он... Такое ощущение, что это какой-то быдларь, который просто любит какое-то говнище, вот честно. Вот. Не, знаешь, на самом деле чистый быдларь, по-моему, не смог бы сделать игру. Окей, не чистый быдларь, но дело в том, что... С другой стороны, он все еще сделал Vice City. Ну, забей. Просто дело в том, что чувствуется, как... Зулин, как журналист. О, чувствуется, когда Зулин задает ему вопросы, и Кирилл на них отвечает, Зулин делает офигенное усилие, чтобы не пошутить над тем дерьмом, которое он говорит. Да. Потому что это, вот это вот, типа, а в какие игры ты играешь? Я играю в игры. Алексей. Думал, они не стремились. Я не хочу перезагружать игру, иди нафиг. Зачем перезагружать игру? Ты что? Я хочу пробежать. Ты ж там... А, да, откуда сюда? Там две сферы. Может, по бочкам? Это сфера, которая летает сверху, была. Нет, она была. Сфера, которая летает сверху, была. Не, она была, я понял, она обычно не спускалась вниз. А, я настолько крут, что я даже не пробегал, не замечаю. Да, там две сферы, они одна вниз вверх. Блин, а кстати, когда синий... Когда синий, это не похоже. Как? Знаешь, на что это похоже, когда синий? Вот, это метро, короче, первое. Раз? Ну, когда ты попадаешь в пещеру, где общаешься с черными. Ну, как, то есть, когда тебя... Да, ну, типа, там свет и все такое. Там, значит, сферы нет. Она справа от меня. Она справа, да, сейчас ебану. Ну, Лех, ты не убежишь. А? Давай стрелять в пустоту. Стоп! Наконец-то. Я уже это читал, братан. Просто он... Зачем стрелять в пустоту? Там же бочка. А, там нет бочки. То есть это не просто неподгруженные... То есть не подгрузились просто бочки? Это не просто неподгруженные... Перезагружаю это говно и перезагрузим запись. Ну зачем запись перезагружать? Ну а вдруг у тебя уже осталось 10%? Так он же может использовать супермонтаж. У тебя игра называется Blowjob? Что? А, нет, это Blood U6.